Можете нам подсказать какой-нибудь напиток, шот какой-нибудь, два шотка чуть-чуть покрепче? Ну, чтобы они не были противные. Ну да, ну два шотика, может, до 52 какой-нибудь. Два с парни чаевые. По баксу с носа. Да, конечно. Привет, красавцы. Можно мне один миньет? Ну, можно, ну, как бы, не один. Можно много. Да, ну, как бы, каждый сам решает. Каждый стример решит. А тут BPC-2, кстати. Еще BPC-3 есть, это совсем так. А BPC-4? Не, лучше BPC-3 не надо, наверное. BPC-2, да? Нет, Верк смеялся. Потому два парня чаевые. Ладно, с акцентом это было бы для нас, для нашей жизни. До взрыва столочь 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 бум КП. Повезло. Это, сейчас, кстати, да, какие проходят массовые обманы, номинирование. Да, пиздец, нас могут ОМОНовцы, блядь, сразу вложить сейчас, мне кажется, за такую хуйню. Кстати, очень мало используют смайлов ротиков. Знаешь, ротик такой смайл. Какой ротик? Ротик Пога. А, он называет Пог ротиком. Я хотел бы увидеться в чате. По факту с носом. Сядешь мне на лицо. Два с парни чаевые. По факту с носом. Мы хуесосы и хотим член. 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 Бля, я боюсь, он горит просто. Ты попробуй, вот просто попробуй. Просто поднеси лицо, поднеси лицо. Нет, не без них. Я чувствую запах жженых волос своих. Ласка, попробуй, просто немножко. Два с парни чаевые. Плюс к лицу немножко. Просто. Следующий тост за бойцовство обязан. О, боже, блядь. Иконы вставил. А, иконы в чат. Так. А мы думали, не знаю, это уже просто. Молодые люди, вы просто долго знаете, быстро, долго не грейте. Он будет очень горячий. Мы вас поняли. Он уже сгорел трубочки. Работа со слезы текут из глаз. Чувак, чувак. Что такое тебе? Пульс. 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 Тебе какао попал. Просто. Какао такое неприятное, приторное. Хай зла. О, вот я вернулся, отходил. За предков наших, которые боролись за нашу свободу. А в следующий раз... Опа-на! Здорово! Приятно знакомиться, да. Чего тут делаете? Живым по полному. По полному, нет? По полному прогрессу. Расскажи, что ты сказал. Пиво. Пиво Вельвет, говорит. Очень вкусное. Кстати, это не горькое пиво абсолютно. Не горькое, она наебал? Короче, Вельвет, это пиво легендарное, на самом деле, довольно культовое. Его наливают себе в бокал, и у тебя пена полностью в бокале. И ты должен пить его, пока у тебя пена в бокале. Это вообще не горькое пиво. Чаевые. Кого же трахнет Ласка сегодня? Барменшу? Милыяру? Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, просто это самое лучшее, поэтому его предложил. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Это прикольное пиво, кстати. Мне жаль, что вы тут слышали. На стрим дали, я так понимаю. Не, она просто услышала. Да. Кстати, вот приятный СМРский сервис, он подслушивает, что здесь говорится, и делает свои выводы, так скажем, по-послушному.
уносит изменения. Хорошо. Ну, делал ставки не раз. Делал, проебался. Там клуб выиграл, там 6 матчей подряд, поставил на 7-й, он проебал. Я подумал, ну ладно, все. Минус, не буду больше ставить. А перед кем Саддам Хусейн ты предлагаешь нам извиниться? Саддам Хусейн, кстати, очень агрессивный человек. Очень агрессивный. Я ты не... имеешь в виду чатера или... Не-не-не, зритель. Да, чатер, разумеется. Или настоящего просто. Знаю этого чатера. Агрессию проявляет небывалое. Ну да, он, я тоже заметил за ним. Я как на дне рождения сижу. У тебя еще и свечка есть. Да? Ну, да. У нас еще и ромашки были. Можешь подать, пожалуйста, на улице? Не-не-не, их нет, нет. Чувак, не надо, нет. Засунь обратно. Ладно, хорошо. Но зачем? Он нюхать хочет, мне кажется. Нет. Для какой? Мы, кстати, стартуем этот СГГ. Ты не хочешь присоединиться? Я пакер делаю. Нет. Не хочу. Ты класс, хорошо играешь в игры. Это было так, это было с негативом только что. Он улыбался, это было с негативом. Не, не хочу. Нет, не хочу. Я предлагаю ебануть этот самый РГГ через месяц 4, 5, 6, 7. Что ты РГГ называется? Через годик. РГГ ебануть. Дэнди, Дос. Почему стример не откроет свой ресторан с таким названием, прикольными шотками? Я открываю завтра уже. Сидя ласково, прям идеальный кандидат для открытия. На самом деле нет. Да. У меня, кстати, был прадед. Умер. Не понял. Ты с огнем? Мэл сейчас с огнем обязан пить, кстати. Обязан? Хотя ласка оба раза. А, ладно, с огнем. Да, обязан, к сожалению. Я в прошлый раз с огнем пил, чуть не обязан. Блеванул. Обязан. Вообще не блеванул-то? Я потому что... Ты обжегся, что ли? Ты хоть говно просто ебал. Ты опять начинаешь портить настроение человека? Я бы, кстати, отдал Чацкому какому-нибудь. Мэл тоже зажег. Ой, спустил, короче, огонь на нет. Жизни за 2000? Жизни за 2000, а может быть говна мы его навернуть лучше, вкуснее будет. О, сори. Спасибо большое. Спасибо вам. Две трубочки. Да, собираюсь. Здорово. Ну да, чтобы подышал. Да. Здорово. Да, потому что вообще дышит. Смотрите, ласка меняет жизнь просто, две трубочки. Была одна трубочка, теперь две. Сигал, кстати, солнечный человек вообще. Солнечный человек Сигал. В обе щёки целую его, если он смотрит меня. Сигал, ты здесь? А если не смотрит? Если смотрит, то клип его. Все равно целую, все равно целую его. В группе Сигала уже клип. Чуваки, вот мы все одновременно целуем Сигала сейчас в щеки, а кому-то щека не достанется. Кто тогда куда целует Сигала? Вот тебя, Рауд, не осталось одна щека. Ну, в носик. Будь-будь его в носик. Конечно. Короче, Сигал скинул фотку, как он кормит кота Ласки. Как видите, кот отказывается от еды. Кот в отказ пошел. Он говорит, я ухожу отсюда. В общем, нормально все. Сигал, круто. Теперь известно, что Берти жив и здоров. Пока что, да. Честно говоря, знаете, ни хера себе веселее не чувствую с алкоголя. Я передам Ласку. Робус, познакомься с официанткой. Это твой шанс наконец лишиться девственности. Да, дай бог, дай бог. Но она увидит, что люди, как говорится, люди уважаемые себя. Я, кстати, слушаю сейчас. Без негатива. Кстати, реально, ставить такую музыку. Я, кстати, на своих стримах меня всегда слышно, как я ссу. Моя фишка. И это не меняется? Бля, ссу просто 4 дня. Вот, мне кажется, нельзя быть стримером, если ты ссышь 2 раза за стрим. Мне кажется, я поэтому... Поэтому просто не могу быть стримером. Ты руки не помыл? Помыл руки. Нет. Он не мыл руки? Он не мыл руки? Я аккуратно все делал. Я не обоссал свои руки. А я еще то есть ты за основание члена трогал себя, да? Это, ну, основание члена, а грязное что? У тебя грязное основание члена? Нет, если... Это не та тема, да, скажем, немного. Не, если за основание члена трогал, то нормально. Так, кстати, я не подумал о позоре, о том, что я не мыл руки. А вы даже знаете об этом просто лучше, чем все. Ладно, я мыл руки, давай так. Ну какие мальчики, особенно ты, Робус, лавки-чмавки, целую в основание члена. Себя, это тебе относилось. Это тебе относилось. Не на целую.
пока больше ничего не нужно. Можете прям с горла попробовать. Ладно, я понял, у нас водоканали. Нет, бокал. Что это за дерьмо? Элхпанхандрей. Это лапу. Воспоминание. Это дерьмо. Здоровье ваших мам. И отцов, конечно. Ну, кстати, меня раздражает то, что забывает отцов постоянно. Типа, мать у вас одна, отец еще двое отцов. Отцов тоже двое. А, отец тоже один. Ты нас нахуярился, Раул Спирт. Да нет, это. Да нет, на самом деле нет. Это тупняк просто. То есть, а ты нахуярился, ты говоришь там то, что ты будешь Карину там. С Кариной обниматься там. Да, ну да, но просто я не спрашиваю об этом. Не спрашивают, да. Да, пока что. Я просто говорю, что вот что значит на пицце. Да. Я, короче, позвал их в это место, обоих, и я забыл, на самом деле, куда я обоих позвал. Ой, блядь. Это не наше дело. Не наше работа. Кстати, ну, нет. Сделали, что ничего не было. А у нас, когда даже не искал Мэлу, короче, что я буду, а Мэлу не сказал, что буду я. Ключи вперед. Кринж стол. Я когда зашел... А у тебя стол какой? Я когда зашел сюда, дайте нам, говорю, стол, подачу от всех, не бойтесь, пожалуйста. Дайте нам кринж стол, пожалуйста. Кринж стол, дайте, пожалуйста. Можно развалиться на этом столе, то есть это такой прям гигантский диван. Сикури, пуру. Может петь песню свою сейчас? Будем переключать ее, короче, чтобы твои песни вам шло. Микури, бура, пура. Все, ребят, всем привет. Как дела? И чаемся. Я вас всех люблю. А продолжение вот это. Продолжение экспромт было. Да. Согласись, что вот тут кончается текст и начинается экспромт. Да, да. Я хотел, все было экспромт. Но это реально экспромт. Нужно тут оригинал как бы выявить конкретный, который можно цитировать. Ну давай привет сюда нахуй. Давай. Уебался. Я отлично. Специальная методика отрезвления. Не, нормально, чувак. Сейчас еще абсент и пойдем. Что такое было? Что это? Ты же бросил урод. Да у меня, я, понимаете, я... Что? Что ты просил? Хочешь снизить? Да. А ты нет? Ты перестал? Бросил? Я бросил урод. Что это за эти? Что это? Я первый раз его вижу. В глаза, блядь, вижу. А ты его еще прешь? Прешь. Можно я понюхаю? Пожалуйста, такое, как говно себя чувствую собачье. Короче, кто не знает, что снился. Как я. Не выбрать себе. Вот она. Воняет, короче, знаете чем? Раками. Раками воняет. Не, нет, травой воняет. Раками. Какими раками? Погоди, ну-ка, сейчас. Хотя надо думать о раках. И мятым, и мятый, конечно, тоже. С этого момента я себя не контролю. То есть мы тебя контролируем? Да, если не сложно. Да, сходи, вымой руки, пожалуйста. Харассмент? Два парни чаевые. Слушаю. Папак соснулся. Слушаю. Нигеры-пидоросы. Вот кто бы знал, как я это осуждаю. Заткнись, скотина. Все, чуть не сказал негатив. Короче, чуваки, все ок. Ну, что мы можем сделать с этим? На сперму не похоже ни капельки, кто видел ее в реальной жизни. Короче, прикиньте, приколаска нахуй испортил мне. Короче, так я помыл руку и теперь сушу ее. Ну давай, блядь. Че, не работает? Самара, нахуй. Здорово. Давай, Остем шпил. Долбанил. Ебануться, блядь. Вы видели эту хуйню? Я, блядь, готов убиться на эту хуйню. Просто убиться готов. Ну, бывает. А это что, Московское шоссе? Да. О, ебать, обожаю. Я тут тёлку ебал, короче, года 3 назад. Я приезжал на машине и прям машине ебал. Вот вон туда поворачивать надо было. Да. Вон туда, дальше, короче, там где заправка. Нет, подальше где заправка. Да, ну там типа она выходила ко мне и приходила, и садилась ко мне в машину. Пизда, так, кстати, тян было. Но это было давно, если чё.
для всех. Бесплатно. А сколько давно? Ну, много лет назад. Блять, Арабудус лежит в сугробе. Сейчас, секунду. Блять, а как мне выйти отсюда? Два раза ручку. Там защита. Не, два раза, еще второй раз. Ага. Короче, Арабудус нужно домой 100%. Женек, ты норм? Нужно домой 100%. 100%, Богдан. Блядь. Даже если он сопротивляется. Да. Здравствуйте. Извините, вы местные? Нет, абсолютно. Ну, подскажите, вот тут людей, короче, еще смотрите. Вы не знаете, кто это? Сейчас, погоди секунду. Там у него ник Ласка вроде, да? Ласка? За углом вот здесь. Что, он сыт? Да, сходи за ним. Смотри, там женщины впереди идут. Сигаретки у вас есть? Не, вряд ли, привет. Блять! Да, бывает такое. Курите никогда. Да, курите. А, стоп, ребята, у нас не есть снюс. Снюс есть, хотите снюс? Да, снюс. Это хуйня, кто не устанет. Нет. Не-не, под губу кидай. Не снимай. Не-не-не. Я не увлекаюсь.